presence in this place. Спасибо тебе, Господь, за это присутствие в этом месте. Thank you that in your presence there's fullness of joy. Спасибо за то, что в этом присутствии есть полнота радости. Thank you just for releases of your joy into your за то, что Дух Святой сейчас высвобождает свою радость. Thank you for the joy of спасибо knowing you. Спасибо за радость, что мы знаем тебя. Thank you that you are always so спасибо, good. Спасибо, что ты всегда так добр so к нам. So wonderful. Такой замечательный. We thank you, Lord. Спасибо that you want to тебе, gather Господь, Odessa under your wings, your mighty wings. Что ты собираешь Одессу под своим крылом. We thank you for fresh movements спасибо of the Holy Spirit. Новое, свежее in the churches Духа of Odessa, Святого. Lord. We thank you for encounters on the streets. Спасибо за эти божественные встречи, которые происходить будут на улице. We thank you, Lord, in drug houses that you will come. Благодарим тебя за то, что в эти наркоманские дома, притоны, ты будешь приходить, и мы провозглашаем твою свободу в них. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. We ask you right now и мы просим тебя сейчас. For the prisoners, God, those in prison мы around this area. О тех, кто в пленении, на который находится вокруг. Мы просим тебя. Каждую маму, каждую папу, который в плену, каждого человека, который сокрушен и находится в пленении. Мы просим о движении Духа Святого, чтобы разрушил всякое пленение. Lord, we pray for the rich and the powerful. Мы молим о том, чтобы твоя сила сошла. The rich and the powerful. Мы молим о том, чтобы ты касался богатых и знаменитых. That don't realize their need for you. Которые не осознают, что нужно близко быть с тобой. Like you did to Saul on the road to Damascus. Так же, как ты говорил к Саулу по дороге, к Савлу по дорогу в Дамаск. That you would come with light. Что ты придешь своим светом. You would come with light into their darkness. Ты придешь светить в их тьму. And that you would begin works of freedom in them, Jesus. И ты будешь делать работу освобождения в их жизнях. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. I hear the scripture. Я слышу Писание. Strike the shepherd. Если я поражу пастыря. And the sheep will scatter. Овцы рассеются. And I see a specific assignment against the leaders, church leaders, pastors here in Odessa. И я вижу, как особое назначение которое и пошло против служителей и против пастырей города Одессы. I see them being struck many times. Я видел, как их, они попадали под удары много раз. And I pray, can we just pray right можем now помолиться сейчас for every pastor, за каждого пастыря в городе Одессы, every leader, каждого лидера, служителя, and their families, за их семьи, their children, за их детей. Can we pray that God would cover them? Мы помолимся. Can we pray that God will protect them? И чтобы покрыть их, чтобы Господь покрыл их семьи. And that no curses. И чтобы ни одно проклятие. Will be able to rest on them. Что не сможет устоять против Let's них. Just begin to proclaim blessing Давайте on сейчас them. Будем провозглашать благословение Favor над ними. Right now. Прямо сейчас. Або мы просим, чтобы каждый, кто служит Тебе, Боже, открытым сердцем, не только старший пастыря, но, Господь, каждый, кто посвятил Тебе себя служению, был покрыт Твоей милостью, благостью Твоей, Твоими, Господь, Твоей охраной, чтобы независимо от того, как бы враг не сносился против них, они были под Твоей защитой, Твоей милостью, чтобы они могли
сбросит с себя всякое бремя, которое наложено на них врагом. Просим, Господь, примирения. Мы просим милости, Господь, взаимоотношений и в семьях, и между собой. И восстанавливай свою общину и служителей, пастыров, старших и среднего, и младшего, Господь, уровня. Боже, пускай они соединяются вместе, как армия служителей, восстающая из пепла, поднимающаяся из этой борьбы, как будто, Боже, восстановление после боя. Они восстанавливаются, они, Господь, исцеляются, они поднимаются, поднимая силы свои, принимая, Господь, Твое помазание и защиту. Боже, оснасти их, Господь, всяким словом, противостояние против каждых этих дьявольских атак во имя Иешуа. Просим милости. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. We are to bless. Мы должны благословлять. And curse not. И не проклинать. The power of life and death. Сила смерти и жизни находится на нашем языке. I'm just remembering many years ago, my son, he's a pastor now. Я помню много лет назад одного человека, который сейчас он пастор. But in our discipleship school on the island of Cyprus. Но на Кипре была пророческая школа такая, ученическая. Every year we take our students through a track of deliverance and inward freedom. И каждый семестр мы проводим студентов через урок освобождения, исцеления. And so many of our students come from broken homes, broken И многие студенты наши, они приходят, которые учатся у нас, они из разбитых и неблагополучных семей. Some of them were mistreated, abused. Некоторых из них с ними неправильно относились к ним, и насилие было. And we go through this cleansing track with them. И вот мы проводили с ними, проходили такой путь, называется очищение. And at the end of this week, И в конце этой недели сын подошел ко мне, и он обнял меня, один из этих сыновей. Он настолько сильно меня обнял. He said, "Dad, I want to thank you." И он сказал: "Папа, спасибо." Because I have never known your voice in cursing. Мой сын подошел ко мне и говорит: спасибо за то, что в твоем голосе я никогда не слышал проклятия. Always. Ты всегда you have spoken blessing говорил over благословение me. В моей жизни. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. What would it look like, beloved? Как бы это выглядело, возлюбленные? If we were proclaimers. Если бы мы были провозглашателями. Just like this, Lord. Вот таким образом. We bless Odessa. Будь благословенна Одесса. We bless. Мы благословляем. Our leaders, we наших bless. Наших служителей. We мы благословляем. Bless and curse not. И мы не проклинаем. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. I want to speak for a short time. Я хочу некоторое время коротко сказать. First of all, it's a joy to be back here. Вначале хочу сказать, что для меня очень радостно быть здесь. We've been coming here to the Ukraine since 1990. Was the first time we came. Первый раз мы приехали в Украину в 90-е. We've come so many times. Мы столько много лет приезжали. We love this nation. Мы любим эту страну. I was telling Tatiana earlier at lunch. Сегодня за обедом я говорил Татьяне. I had flown in to Kiev. Когда я прилетел в Киев. There's kind of like a messianic Jewish mafia there. Там такое ощущение, как будто мессианская еврейская мафия находится в Киеве. And they met me at the airport. Они встретили меня в аэропорту. They didn't speak any English. Они не говорили по-английски. They put me and my luggage in the van. Они взяли мой багаж, поставили в автобус.
And they take me. И они взяли меня. They're supposed to be taking me to the train station. Они должны по идее взять и повести меня на поезд. So I could come here to Odessa. И чтобы я мог приехать сюда в Одессу. But I can tell by their turns. Но я мог уже сразу определить по их поворотам, что мы не едем на станцию ЖД вокзала. And I start recognizing. И я начал замечать что-то похожее, что я уже знаю. Ага. They're taking me to a theater. Они меня берут в театр. And it's going to be full of people. И я понимаю, ну в клуб. И я понимаю, что будет много людей, которые ожидают, что я приеду туда. That's exactly what happened. И вы знаете, это на самом деле то, что случилось. I come in. Я захожу. Two more messianic mafia guys. Еще двое мессианских таких человека. Meet me at the door. Встречают меня у дверей. And they take me to the platform. И они берут, ведут меня прямо на сцену. So I'm supposed to preach now. И теперь я должен проповедовать. I've been in 24 hours of transit. Но до этого я уже 24 часа в пути. More or less. Больше, плюс-минус. And when I stand up, I have no idea what I'm going to say. И когда я стал зашел на сцену, я даже не знал, о чем я буду говорить. And all of a sudden, I have a vision, open vision. И вдруг внезапно я стал увидел видение. В то время, когда стоял на платформе. We'll never forget it as long as I live. И я никогда не забуду то видение. I saw. Я увидел. The bride of Ukraine. Я увидел невесту Украины. Как не, Украину в образе невесты. Dressed like a bride. Она была одета как невеста. And she looked to the east. И она посмотрела на восток. With a determined look of defiance. С таким opposition. С таким взглядом, который в глазах можно видеть противостояние, оппозицию. To the east, she put her arm out, и на восток она поставила вот так руки. And what I saw coming from the east, и то, что я видела, что с востока шло, it was like one of those old war maps, такое, как старинные карты войны, where a specific general who was leading an army in attack. И определенный генерал, который руководил и вел эту атаку. His name would be written in the arrow. И его имя было написано на стрелах, на стреле. And what I saw written coming from the east arrow. И то, что я видел, что было написано на этой карте и на стреле этой карты. Was the word totalitarianism. Это слово было тоталитаризм. And then, after she did that, и после того, как она сделала вот этот жест, she then turns to the west with the same look, и она повернулась на запад тем же самым взглядом, sticks her arm out, и она протянула свою руку. And the arrow coming from the west, и с запада стрела была направлена, had the word humanism on it. Там было написано гуманизм. And I understood in that moment. И я понял в тот момент. That Ukraine. Что Украина. Was an intercessory bride. Страна невеста ходатай. Someone that stands in the gap. Кто-то, кто стоит в проломе. And before I share this word, I just want to pray. И перед тем, как я поделюсь этим словом, я сейчас помолюсь, Господь. I pray for every intercessor. Я молюсь за каждого ходатая. I pray for every prayer person for fresh faith. Я молюсь о свежей вере, обновленной вере. And strength to stand. И устоять, и смелость стоять. Encourage them. Ободри их. In Jesus' mighty name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. How much time? John chapter 12. Иоанна 12 глава. Would you read verses 1 through 7? Thank you, guys. 1 through 7, да? John chapter 12, verse 1 through 7.
глава 12 Иоанна с 1 по 7 стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы нам не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». We know that Jesus, и мы знаем, что Иисус, even from his birth, с рождения, he was targeted for infanticide, for, to be killed. С самого рождения он был преследуем, чтобы быть убитым. And so, Joseph, being warned by God, took he and Mary to Egypt. И Бог предупредил Иосифа, забрал его и Марию, и они убежали в Египет, чтобы спасти его от гнева Ирода. And then, as the word was fulfilled, bring my son out of Egypt. И как слово было исполнено, где написано, что и выведу своего сына из Египта. Joseph brought Mary and Yeshua back up into Israel. Пришло время, где Иосиф взял Марию и сына, и вернулись они опять в Иерусалим. They didn't settle in Bethlehem. Но они не остались жить в Вифлееме. But they settled in the worst, one of the worst towns in all of Israel. Но они остались жить в самом ужасном, ну как, и самый плохой, неблагополучный район Израиля. Nazareth. В Назарете. And when Nathanael heard that Jesus was from Nazareth, he said, "Can any good thing come out of there?" И когда Натаниил услышал о Назарете, он говорит: "Разве что-то может хорошее выйти из Назарета?" And we don't know anything between those years to 12. И мы ничего не знаем о жизни с того момента, когда они приехали до пришли до 12 лет Иешуа. But we know at age 12. Но мы знаем, что в 12 лет Jesus knew who he was. Иисус был тем, кто он есть. And what he was about. И что ему принадлежало исполнить. With the teachers of the law, he said, when he was, they were amazed at what he was saying. Когда он находился среди учителей закона, они были удивлены тому, что он говорил. And then when Mary and Joseph realized he wasn't with them and came back. И когда Мария и Иосиф узнали, что его нету с ними, они вернулись обратно. And Mary said, "Why have you caused us this challenge?" И Мария сказала, что Joseph. Почему и Иосиф, почему Иисусу сказали, почему ты столько проблем нам сделал? He said, "Did you not know that I must be about my father's business?" А он ответила, что вы разве не знаете, что я должен быть в исполнять волю отца моего? And then, for 18 plus years. Потом 18 и плюс годов. He lived in basic obscurity. Он жил He was not known. Он жил такой жизнью, что никто о нем ничего не знал. Except he was working hard in his father's business. Похоже, что он тяжело работал вместе с отцом в своем в бизнесе своего земного отца. And then the first thing we see. И потом первое, что мы видим. Is that in his baptism. Мы видим его крещение. There at Beth Arbor with his cousin John. Вместе у Иордана с его двоюродным братом Иоанном. He wants to be baptized. Он хочет быть. All righteousness. Он хочет креститься, чтобы исполнить всю праведность. And John said, "No, I must be baptized." А Иоанн говорит: "Нет, нет, я должен креститься от тебя." Jesus said, "No." Иисус сказал: "Нет. Let it happen. Пусть это случится. Because it fulfills all righteousness." Потому что вся праведность должна исполниться. And something happened. И что-то случилось. Because Jesus prayed. Потому что Иисус молился. And as he prayed. И в то время, когда он молился, the heavens opened. Небеса открылись.
Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за открытые небеса. И кто-то сейчас, поддержите меня. Скажите, спасибо тебе, Господь, за открытые небеса. Спасибо, Господь, for opening heavens, за открытое небо, and pouring your spirit out. За то, что ты изливаешь свой дух. And John saw Holy Spirit come, и Иоанн увидел Дух Святой, как сошел, like a dove, в образе голубя, and rested and remained on Yeshua. И он прилетел на плечо Иешуа. Сошел на плечо Иешуа. I pray even as I speak, и я молюсь в то время, когда даже я говорю, that Holy Spirit will continue, Дух Святой будет продолжать, to rest on us. Он будет пребывать на нас. Then we know he starts his ministry by going 40 days in the wilderness to потом be tempted. Мы видим последующие 40 дней, как он был искушаем в пустыне. And he overcame the devil. Но он победил дьявола. He overcame он победил the devil. Дьявола. He overcame он победил the devil. Дьявола. And then, и потом, as he comes up out of the wilderness, в то время, когда он вышел из пустыни, he comes up with the power of the Holy Spirit on his life. Он вышел из пустыни с силой Духа Святого. And in the power of the Holy Spirit, и в силе Духа Святого, he goes back to Nazareth. Он возвращается в Назарет. It was one of the only times we see him honored. И это единственный раз, где мы видим, где его почтили. Оно заключалось в том, что ему позволили прочитать из Торы. И вот он открывает свиток. Исаия 61. И он начинает читать. Дух Бога на мне. Because the Lord has anointed потому что Он помазал меня to preach good news to проповедовать the poor. Добрую весть. He has sent me to bind up the brokenhearted. Он послал меня избавлять сокрушенных сердцем, to proclaim liberty провозгласить свободу пленным, the opening of prison doors to those that are bound. Чтобы пленные двери открылись, to give to all who mourn in Zion, чтобы дать тем, кто плачет, beauty, красоту, for ashes, вместо пепла, the oil of joy, илей радости, for mourning, вместо плача. Let's say that again. Давайте еще раз скажем. The oil of joy, илей радости. The oil of joy. Илей радости. Turn to your neighbor and say the oil of joy. Повернитесь к своему соседу и скажи илей радости. Божья радости. Больше, больше радости. The oil of joy. Илей радости. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. And then we see an anointing. И потом мы видим, как to restore cities. Помазание приходит восстанавливать города. Somebody get that right now. The anointing. Сейчас кто-то получите это откровение, что помазание to restore. Восстанавливать. The desolation. То, что было разрушено. Of many generations. Было разрушено многими поколениями. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. You know, we travel this earth. Мы, знаете, мы по этому миру очень много разъезжаем. And when we're so much in Europe and the Middle East and here. Мы были в Европе столько много раз. Мы были в здесь в Украине и в на востоке были. And in these regions. И в этих регионах. It was the first places
of revival glory. Это первые места, где было пробуждение исторически. After Holy Spirit came in Acts chapter 2. После того, как описано в Деяниях 2 главы, когда Дух Святой сходил. И вы, когда читаете, определенные евреи from all over the Mediterranean, с мест Средиземноморья, they came together они собрались вместе on the day of Shavuot, the, в день Пятидесятницы. And they were filled with Holy Spirit. И они были наполнены Духом Святым. And after they were filled with Holy Spirit, и после того, когда они были наполнены Духом Святым, there was a missional movement released. Было такое движение высвобождено. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. For a fresh missional movement from Odessa. Движение, которое миссия, послание, движение миссии. Appreciate your enthusiasm right now. Я очень благодарю за то, что вы вам за ваш энтузиазм сейчас. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. For a fresh missional movement being released from Odessa. Движение миссии, которое высвобождается в Одессе. Thank you, Father, even right now. Спасибо тебе, Отец, даже сейчас. For fresh mantles. О свежем покрывали. We thank you for mantles. Мы благодарим за покрывало. Prophetic mantles. Пророческие покрывала. Evangelistic mantles. Евангелистические покрывала. Pastoral mantles. Пастырские покрывала. Thank you for healing and miracle mantles. Спасибо за покрывало исцеления, освобождения. Writing to write. Спасибо за покрывало способности писать. Thank you for creative mantles, Lord. За покрывало творчество. Thank you, Father. Спасибо тебе, Господь. For mantles being released. Спасибо за то, что эти покрывала они высвобождаются. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. When you just put your hands out quickly and say, Lord, thank you. Сделайте вот так руки, как принимать. For fresh anointing. И скажите, Господь, on my life, fresh. Пошли свежее помазание, свежий елей с небес. Thank you, Holy Spirit. Спасибо тебе, Дух Святой. Боже, 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 больше, Дух больше, Святой. Больше спасибо. Боже, Боже, больше, Боже, больше, Дух больше, Дух Святой. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. And after Yeshua does that, и после того, как Иешуа сделал это, he then goes. Он дальше идет. From there to the Galilee. С того места пошел в Галилею. И он выбирает своих учеников. He lives this hard life. И это очень сложная жизнь. Of going from the Galilee all the way to Jerusalem. Это очень трудный путь с Иерусалима в Галилею обратно. And on this time. И все это время он знал, что это будет его последнее время. Он знал, что после этого времени он не сможет больше праздновать Песах. Потому что он знал, что он сам станет Песахом. Шесть дней. There's one place. И вот находится одно место. Really one place. Одно место. Where he could was really welcome. Его он чувствовал, что и его ждали. We know that he slept in the fields. Мы знали, что он вообще спал на полях. We know he had a very hard life. И мы знаем, что у него была такая сложная жизнь. But there was a place. Across the Kidron, up on the hill. Но было место напротив Хеврона. On the Mount of Olives. На оливковом горе. There was a village called Bethany. Там была деревня, которая называлась Вифания. And he had a friend there. И у него там был друг в Вифании. Lazarus. Лазарь. Was really the only named friend that Jesus had. Это единственный друг, который описывается, что у него был друг. And here we know that he had just raised Lazarus from the dead. И мы знаем из Писания, что вот он только недавно воскресил Лазаря из мертвых.
I've only raised one person from the dead. Я лично только одного человека воскресил из мертвых. It was so much fun. Но вы знаете, это так радостно. Это так классно было. You want to hear the story? Хотите услышать историю, как это случилось? Probably didn't matter what you said. I was probably going to tell it anyway. Ну, не имеет значения, что бы ни было, что бы вы сказали, я бы все равно вам рассказал эту историю. Yes, I want to tell a story. Я хочу рассказать историю. Remember. Помните. Technically. Технически. Story time does not count against preaching time. История, то, что я рассказываю историю, оно не засчитывается во время, когда я говорю проповедь. Хорошо? Хорошо? All right, so I have a business in Dallas, Texas. У меня был бизнес в Далласе. My wife and I were freshly married. Моя жена и я только поженились. And we still act like we are freshly married. Мы до сих пор себя ведем так, как будто мы только-только поженились. More or less. Ну, плюс-минус. Our bodies are a little bit older. Наши тела немножко так заветшали. My beard's white now. Ну, моя борода стала немножко седая. But we are still in love. Но мы все равно все еще влюблены друг в друга. And I had this business. И вот у меня был этот бизнес. We were planting trees, flowers, shrubs, grass. Мы сажали деревья, траву, цветы. In these condominium projects in East Dallas. И вот строились дома, и вокруг им нужно было озеленение делать. And normally we'd have 20 or 30 guys working for us. И было где-то 20-30 человек работало на нас. Sometimes when we bring in tractor loads of grass, then we would have 60, 80, 100 working for us. И бывало также времена, что трактора приезжали с готовой травой, с землей, и где-то 60-80 до 100 человек нужно было, вот, и они приезжали, работали, помогали нам. I wanted to share the gospel. Но все, что я хотел, это проповедовать Евангелие. И в основном вот эти мужчины и женщины, которые приходили, carpenters, tile guys, рабочие, cement guys, те, которые ковры, те, которые устанавливали, сантехники, ну, разные виды рабочие были. So I went to the man over all these projects. И я пошел к этому человеку, который самый главный прораб. Went to his office. Пошел к нему в офис. Said, I want you to do me a favor. И я говорю, слушай, сделай мне услугу. On Friday. Пятницу. Before you give everybody their checks. Перед тем, как ты дашь всем чеки, выпишешь чеки. Let me, before you give them their checks. Перед тем, как ты им отдашь эти чеки. I want to preach the gospel to all of them. Я хочу проповедовать Евангелие всем им. Because I know. Потому что я знаю, they won't leave without their checks. Что они не уйдут с работы, пока не заберут свою зарплату. Ха-ха. Хо-хо. Хо-хо. Хи-хи. Хи-хи. Ха-ха. Ха-ха. Хо-хо. Хо-хо. Хи-хи. Хи-хи. All right, so he said, he told me no. Но он мне сказал нет. He said, I can't let you do that. Я говорю, не могу тебе позволить сделать это. I said, no problem. Нет проблем, сказал я. I'll find another way. Я найду другой способ. And so, my business partner and I, we would pray every morning before work. Но я молился каждый раз перед тем, как работа начиналась. So we were praying. И вот я молился. And all of a sudden, my partner said, he had this funny look in his eyes. И мой партнер, который работал со мной, он так на меня странно посмотрел. Can you translate this? И говорит, можешь вот так. Он начал мне, начал смотреть на меня и сделал так. Это по-русски, вот это движение? Или украинское? Или молдавское? And so he looks funny and he said, God's going to do something today. Он выглядел так странно, и он мне так говорит, Бог что-то странное сделает сегодня. So about 10 o'clock, и 10 часов утра, I'm in my little office trailer. У меня был такой вагончик, и там был мой офис. Calling my suppliers, и я вот звоню поставщикам своим, stuff we need there. Говорю о тех вещах, которые они должны доставить. And my business partner runs at Jeff. И мой бизнес-партнер бежит ко мне и говорит, Джефф, ты должен быстро прийти. A man has died. Человек on the умирает job. Прямо на рабочем месте. So we go running. И вот мы бежим. And
All these like tough guys. И все вот эти ребята такие с татуировками, с кольцами в ушах. Они такие мачо ребята. They're surrounding this guy. Они окружили этого человека. And I come into this. И я захожу туда. And this authority comes on me. И вы представляете, вот эта власть сошла на меня. And I say. И я говорю. Get out of my way! Уйдите с моей дороги! And all these big guys just. И все вот эти большие мужики, они It was like Moses in the Red Sea. Это как будто Моисей в Красном море. Wow! Классно! Классно! And so I go. И я иду. I had my knee replaced. Вы знаете, я только что прыгнул. У меня была операция, замена колена, и я все еще пытаюсь разминать. So I run in and. И я бегу. There's this guy. И вот этот человек. He's purple. Он сиреневый. Посинел. И он так с такой гримасой. Is that Moldovan? Это по-молдавски или как? Alright, so he's like, oh, and something just rose up inside of me. И что-то внутри поднялось внутри меня. I get down. И я на колени. And I said. И я говорю. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Why don't we just say that right now? Давайте все вместе сейчас скажем. Во имя Иисуса. Сейчас, секундочку. Драгоценная. Господь, я благодарю Тебя за нее сейчас. Во имя Иисуса. Ты освободи ее. Во имя Иисуса. Исцели ее. Во имя Иисуса. You restore her. Восстанови ее. Lord, thank you. Господь, благодарю In тебя. The name of Jesus. Во имя Иисуса. She shines with your love. Она светится твоей любовью. And your glory. И твоей славой. Thank you, Lord. Спасибо, Would Господь. You touch her right now? Прикоснись к ней сейчас. Would you also touch her? Прикоснись к ней сейчас. Thank you, Father. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Спасибо, Господь, во имя thank Иисуса. You, Father. He says, "I tell this story." И я когда рассказываю эту историю. You know someone если that needs deliverance or healing. Если вы знаете кого-то. Get ready. Get ready. Кому нужно освобождение или исцеление сейчас? And будьте so, готовы. And so, as I rebuke the spirit of death. И я запрещаю духу смерти в этот момент. And I command breath. И я повелеваю жизни, духу жизни, чтобы вернулось в его жизнь, в его тело. It was so cool. И это было так классно. Exactly. В ту секунду, when my hand left his head, когда моя рука поднялась от его тела, he sits up. Он встал и сел. And all these big tough guys. И все вот эти большие мачо ребята, здоровые мужики. It was like the oxygen got sucked out of the air. Это как будто воздух был сжат из из воздуха, как сдулись. And I got so excited. А я настолько возрадовался этому. Я вау! Он живой! So I just start preaching. И я начал проповедовать. I just start И я вот начал говорить. Да, говорить. Я говорю. I told all those guys, И я сказал всем этим здоровым мужикам. You know now, вы теперь знаете, что Иисус Христос воскресил его из мертвых. И я посмотрел на него. Я не знаю твоего имени, я сказал ему. Но Иисус любит тебя. But if you're not serving God, Но если ты не служишь Богу сейчас, you better, тебе лучше бы, потому что Он только что воскресил тебя из мертвых. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. И мы воздадим Ему славу. Thank you, Father. Спасибо, Бог. Miracles. Чудеса.
signs, знамения, wonders, miracles, чудеса, знамения, signs and wonders. Чудеса и знамения. We thank you for it, Lord. Мы благодарим тебя, Господь. So Jesus is there. Иисус находился там. Sitting next to Lazarus. И вот он находился рядом с Лазарем. Martha is serving him. Марфа служит им. And this time he's not condemning or rebuking her. He never condemned her. И в это время он не осуждает и не говорит, не поощряет ее. He just told her the first time that she was worried about. She was busy caring too much for little things. И он очень нежно говорил, просто говорил о том, что она слишком много суетится. But there was Mary, and I want to. Но вот там была Мария. Quickly move to this. И я хочу быстренько перейти в эту часть. Mary had something. Мэри и Мария имела что-то. That was so valuable. Было, которое было очень ценно. It was her life savings. Это было ее сбережение. And there was something about this moment. И что-то было в тот момент произошло. Where Mary knew this was the time. Где Мария знала, что это было ее время. And this was the moment. И это был момент. We have our keyboard guy just come back. Где человек, который Антон, который играет? Thank you, Father. Спасибо тебе, отец. And she breaks this alabaster box. И вот он, вот она открывает этот флакончик. And that fragrance fills the entire room. И вот этот запах, он начинает слышаться по всей комнате. You see, we have to have understanding. Видите ли, мы должны иметь понимание. It's like I started this evening. Вот как началось сегодня вечером. We have to. Мы должны. We have to realize. Мы должны осознавать. What is his worth to us? Что он значит для нас? Certainly he is Savior. Конечно же он Спаситель. We are thankful that he saved us. И мы благодарны за то, что он спас нас. From our sins. От всех наших грехов. Certainly he is a healer. Конечно же он исцелитель. He was wounded for our transgressions. Потому что он был раним за наши преступления. И вот он был побит за наши. And with his stripes we are healed. За наши согрешения и прегрешения, и ранами его мы исцелились. Certainly. Конечно же. He was a prophet. Он пророк. He was a good man. Он был хороший человек. He went about doing good. Он все, что он делал, ходил и делал добро. But Mary understood what he was worth. Но Мария, она понимала его ценность. And she took something that was very costly. И она взяла что-то, что стоило очень дорого. In the moment that she began to break it. И в тот момент, когда она решила это разбить, she knew that it could never be recaptured. Она осознавала, что нельзя будет собрать вместе обратно. And that fragrance. И этот запах. It filled the entire room. Наполнил всю комнату. It was. This was not cheap perfume. Это был не дешевый, не дешевые духи были. This was something so costly. Это было что-то, что стоило настолько дорого. That it could linger for days and days. Которое могло бы помочь ей существовать долгое время. I believe even yet when he was on the cross, that fragrance was still on him. Я верю, что когда он был на кресте, возможно, что эти духи, запах духов было на его теле. Worship. Поклонение. Is costly. Оно стоит тебе. Father still looks for those that will worship him in spirit and in truth. Отец ищет тех, кто будут поклоняться ему в духе и истине. David, after he had sinned by numbering the children of Israel. Когда Давид согрешил тем, что он занялся пересчетом Израиля, Even Joab, he was a rough character. И Иоав, он тоже был такой очень сложный характер. Joab said,
No, we don't need to do this. И он, Иоанн говорит, что нет, нам не нужно это делать. David persisted. Но Давид, он настоял. And because of his sin, и из-за этого греха его, there was death released against the nation. Была высвобождена смерть в стране. And this death angel, и этот ангел смерти, was at this place called Arana. И вот он находился в этом месте, называемое Арана. And David goes there. И Давид идет туда. And he says to the owner, Arana. И вот он говорит этому хозяину этого места. I want to buy this place. I must sacrifice here to stop this death. Я хочу купить это место, чтобы остановить вот эту смерть. Arana said, I give it to you. You're king. I give it to you. И Арана сказал, что я тебе дам. И Давид говорит, возьми, ты же царь. Arana said these powerful words. И Арана говорит, я не помню как по-русски. Но он говорит такие слова. No. Нет. I will pay the full price. Я заплачу всю цену. Давид говорит, другими словами, что он искупил. I will pay the full price. Я заплачу сколько стоит. For I will not give to my God. Я не буду давать Богу ничего. That which costs me nothing. Что мне не стоит ничего. I want to ask you again. И я спрошу вас еще раз. What is he worth to you? Что он значит? Какая ценность он для тебя? Jesus was offered by the devil all the kingdoms of this world. Иисусу было предложено дьяволом все царство и все миры царства. All power, all glory. Вся сила, вся слава. He said no. Все величие. Он сказал нет. You shall worship the Lord your God. Тебе нужно поклоняться только Богу. And him only shall you serve. И только ему нужно служить. I want to ask again. И я хочу еще раз вас спросить. What is he worth to you? Что он как какая цена? Для тебя. As she broke it open, и когда она разбила, and that fragrance filled, и этот запах наполнил Judas, the betrayer, Иуда Искариот, he said, "This is a waste." Он говорит, ну какая трата? Why this waste? Почему так тратится? Some voices will say, "You're wasting your life." Некоторые голоса, которые говорят вам, ты пусто тратишь свое время. Don't go that way. Don't go that religious way. Не иди этим путем. Не иди вот этим религиозным путем. Become powerful, make so much money. Стань сильным, заработай много денег. Это не делай, а вот делай вот это. If we can see, но если мы могли бы увидеть, if we can know, если мы только могли знать, how valuable, насколько ценно, he is, насколько он ценен, and how worthy he и насколько is он достоин of our worship, нашего поклонения. The Father, Отец, seeks those, Отец ищет тех, who will worship him, которые будут поклоняться ему in spirit and in truth, в духе и истине. Lord, we thank you tonight. Господь, мы благодарим тебя. You're so amazing. You're so wonderful. Ты настолько удивительный. Ты настолько замечательный. You're so beautiful, Jesus. Ты такой прекрасный, Иисус. We just thank you, Lord. Мы благодарим тебя, Господь. For my brothers and sisters, and I ask you, Lord, again. Братья и сестры, я хочу у вас спросить еще раз. For the release of the Spirit of wisdom and revelation. Через высвобождение. I wonder if you want to stand. Еще one more time. If you want to stand up.